Всем привет! Сегодня в обзоре термос для еды немецкого производителя Esbit. Он идеально подойдет для тех, кто любит в прохладное время года, на охоте, рыбалке или просто в походе выходного дня поесть горящую пищу. А если вы работаете и у вас нет возможности нагреть обед, этот термос также вас порадует. Термос изготовлен из нержавеющей стали с двойными стенками. Вес 525 грамм, объем 750 миллилитров, а размеры? Высота 16 сантиметров, а диаметр 11, что не займет много места в рюкзаке. Верхнюю крышку можно использовать как тарелку. За ней крышка с кнопкой для спуска пара, чтобы не обжечься. Теперь немного температурных характеристик. Если погрузить еду температурой 98 градусов и хранить при температуре примерно 20, то через 6 часов внутри будет 70, через 12 60, а через 24 часа примерно 40 градусов. На этом все. Спасибо за просмотр. Чувствуйте себя комфортно везде при любых условиях. Всем пока!